На фоне широко обсуждаемой темы повышения цен на проезд в маршрутках на второй план отошел вопрос технического состояния пассажирского транспорта. Но только не для сотрудников полка ДПС, которые провели очередной рейд по выявлению таких микроавтобусов. Камиль Девятов расскажет об этом более подробно. На лобовом стекле маршрутного такси, согласно правилам безопасности, не должно быть никаких надписей, трафаретов, способствующих ухудшению видимости водителя. Пойманный на нарушении шофер отпираться не стал, признал и исправил свою ошибку на месте. Я, братуха, сниму, проблем нет и благих. Я ее, братуха, не клею. Если ты говоришь, это общественный транспорт, да, Поводом для проведения сегодняшних мероприятий явилось дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вчера на проспекте Петра Первого с участием маршрутного транспортного средства, который занимался перевозкой пассажиров. При более глубоком изучении данного ДТП выяснилось, что водитель транспортного средства не имел права перевозить пассажиров на данном маршруте, в связи с чем руководством управления ГИБДД и полка ДПС была дана установка на проверку водителей. Дорожные полицейские проверяли водителей на наличие у них соответствующих документов на перевозку пассажиров. Также инспектора осматривали маршрутные такси на наличие ремней безопасности, огнетушителей и на исправность запасного выхода. Цена, качество, безопасность – три самых главных составляющих безопасного городского транспорта. Но, увы, у нас проблемы по всем трем пунктам. И, разумеется, многие пассажиры таким обслуживанием недовольны. 20 устраивает, но вот эти двухэтажные не нужны. Вот один человек на проходе стоит, невозможно ни зайти, ни выйти. Более 50 административных материалов было составлено в ходе проводимого рейда на водителей и транспортные компании. По словам работников ГИБДД, подобные мероприятия будут проводиться и в последующем. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.